обучаем девчонок уходу за собой, скажем так, да? То есть мы учим правильно мыть голову, научим правильно делать укладки, подбирать домашний уход, укладочные средства, то есть, ну, какой-то весь базис вот такого лично для себя мы им дадим. Также мы научим макияжу для себя, чтобы каждая понимала, как бы, что, куда наносить, как вообще выгодно подчеркнуть, что-то скрыть, то есть, ну, каким-то таким вещам, которые в дальнейшем бы им пригодились. Мне кажется, очень важно, чтобы каждый чувствовал поддержку и каждый понимал, как бы, что такое вообще уход за собой, что такое свое тело, да, что такое вообще восприятие себя как человека. Ну и в дальнейшем мы хотим плотно сотрудничать с этим учреждением, чтобы давать какую-то опору, поддержку этим детям. Во все времена женщины и девушки хотят быть красивыми. Сегодня выпала уникальная возможность нашим воспитанницам посетить такое замечательное место, как салон красоты в образе. Для самих воспитанниц, да, это придает им уверенность в себе, дает какие-то направления в будущем. Возможно, кто-то из них выберет себе профессию будущего, связанную с индустрией красоты. У меня мальчик работал знакомый в парикмахерской. Я туда приходила каждый день и смотрела, как подстригаются люди, как они креативят. То есть все, эти структуры мне были интересны. Буду чему-то учиться, и там уже будет видно, к чему приду. Что-то новое создавать, как-то что-то менять. Я не боюсь изменений, то есть я люблю как-то что-то новое для себя открывать.